Всем привет! Меня зовут Валерия из Валенсии. Сегодня я еще снимаю одно видео для вас с моими картинами. Эта картина абстрактная. Она принадлежит коллекции абстрактных картин, которые я нарисовала в прошлом году под Новый год. Вообще в этой картине, что ее отличает от других моих картин, очень плавные, нежные линии и очень много деталей. Я, конечно, стараюсь, чтобы мои картины, они были очень такие, знаете, скрупулезные, точно выписанные, чтобы в них все было созвучно. Ну вот, у этой картины есть картина «Сестричка», «Сестра». Они очень-очень похожи, но не одинаковые. Вот так же, как бывают люди-близнецы, да, казалось бы, очень похожи, но всегда есть какая-то отличительная черта, которая не совсем похожа. Я хочу, чтобы вы обратили внимание, вот, пожалуйста, обратите внимание вот на эту часть картины, потому что именно это и является отличительной чертой этой картины от той картины, которую я вам покажу сейчас, потому что покажется, что я вам показываю одну и ту же картину, но это не так. Вот. Так, сейчас я возьму другую картину «Сестру», чтобы вы увидели, какая она. Так, я успела взять картину «Сестру». Вам покажется, что это та же самая картина, но нет. Здесь есть уже тоже отличительные свои черты внизу. Вот здесь внизу видно, что развилка такая, да, которая текущая такая, как волна, она отличается от той, которую я вам показывала в другой картине. Так, сейчас я, как всегда, коронный номер, я спрячусь за свои картины, потому что они у меня большие. Эти картины, в частности, они у меня 50 сантиметров на 70, такой стандартный размер, но это большие картины. Так, и я возьму еще одну эту картину, и вы посмотрите, что они кажутся абсолютно одинаковыми, идентичными. Но нет, я их писала одновременно. Они состоят, то есть они написаны в одной гамме, в одной палитре, да, в одной цветовой палитре, вот. Но они не одинаковые. И как вам я уже показывала, что именно внизу картины есть фрагмент, который их различает. Вот. Так, сейчас я вот так соберу. Вот, посмотрите. По-моему, получилось очень гармонично, потому что если эти две картины, как я всегда говорю, повесить вместе где-то, может быть, ну, в гостиной или в спальне, или где-то, они создают такое настроение плавное. Эти картины не такие кричащие, как у меня обычно, такие яркие, насыщенные цвета. И я люблю, чтобы человек подходил к моему творению, у него настроение поднималось, чтобы он забывал обо всем, что его волнует, и чтобы погружался в мой мир цвета, в мою энергию, потому что все эти картины, конечно же, я пишу своими руками, то есть я беру пастельные мелки и вкладываю много часов и много стараний, чтобы получилось законченное произведение. Вот. Так что давайте еще раз посмотрим, я еще раз вам покажу, спрячусь за картинами, покажу вам еще раз, что у меня здесь есть, вот, и чтобы мы могли насладиться. Я все эти картины, вот эти самые свои, конечно, эти картины, они очень радостные, они такие предновогодние, создают такое впечатление, что как в детстве, когда ты ждешь с радостью вот этого новогоднего времени. Ну, не то, что даже в детстве. Сейчас все равно ведь каждый человек перед Новым годом, он хочет, чтобы его жизнь поменялась к лучшему, чтобы в его жизнь пришли, может быть, какие-то прекрасные люди. Но это все хотят. И мои картины как раз, они являются отражением вот такой какой-то мечты, сказки о прекрасном, о хорошем, о добром. И это все, что я вкладываю в свои полотна, в свои творения в обязательном порядке, всегда. Потому что я еще могу сказать следующее о себе, что моей отличительной чертой в творчестве является то, что я не могу писать картины в плохом настроении. То есть я пишу свои картины, когда ко мне приходит, конечно же, волна вдохновения, но обычно это бывает либо ночью, либо рано утром, и я сажусь и
отрешаюсь от всего, как бы я от всего, меня все, и меня не существует, кроме того, что есть мои руки, есть мое воображение, и я начинаю творить. Ну, я думаю, что вам понравятся эти картины, потому что они такие более плавные, тягучие, более спокойные, чем те предыдущие, которые я показывала в том видео. Вот, я очень рада, что вы посетили мой канал. Вот, я всем передаю привет. С вами была Валерия из Валенсии. Все, пока!